23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Через 4 года эта дата была официально объявлена Днем Красной армии. В СССР 23 февраля стали отмечать как всенародный праздник – День Советской армии и военно-морского флота. И только после распада Советского Союза его переименовали в День защитника Отечества. С тех пор для многих праздник утратил свое исключительно военное значение. И подарками стали радовать всех мужчин. Уникальные и оригинальные презенты можно найти в уфимском магазине «Биржевая лавка». Деловые аксессуары в башкирской тематике, антиквариат, изделия из дерева, кожи и камня. Здесь представлено все самое интересное. Совместно с друзьями из Беларуси мы продолжаем возрождение древней традиции башкирского народа «теснение на коже». В наш магазин поступили новые авторские изделия. Например, графин в футляре из кожи с символикой курая. Или такие замечательные фотоальбомы. Особенность их оформления в использовании декоративной гравировки по дереву с башкирской символикой. Кроме того, в канун Дня защитника Отечества «Биржевая лавка» в сотрудничестве со златоустовскими оружейниками выпустили нож «Рыбак». Он имеет необычный крючкообразный вырез для потрошения рыбы, а также поможет снять горячий котелок с костра. Большой интерес представляет и серия ножей, расписанных в традициях башкирской национальной культуры. Ляна Хмеликова, Рустам Лукманов, «Вести Башкортостан».